Возложение цветов, поднятие флага и вручение паспортов. В Ульяновске отметили главный для страны праздник – День России. Торжество провели с размахом. Началось все с возложения цветов к памятникам Героя России Дмитрия Разумовского, государственного деятеля Владимира Ильича Ленина и основателя города Богдана Хитрово. После под гимн России состоялось торжественное поднятие государственного флага. Непобедимость, богатство и величие России основаны на нашем единстве и сплочении. И я от всего сердца благодарю всех жителей Ульяновской области за труд и упорство, за веру и терпение, за более чем достойный вклад в развитие нашей великой и малой Родины. На празднике собрались тысячи горожан и гости из соседних регионов, немало и участников специальной военной операции. Им в этот день особое внимание, ведь они выполняют самую сложную работу, защищают нашу Родину. Знаю, каково тяжело нашим парням там, которые стоят стеной за наше с вами будущее. Поэтому хочу сказать, что на нас с вами висит большая ответственность здесь. Также в этот день вручили паспорта школьникам, которые добились успехов в образовательной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение прошло в рамках всероссийской акции «Мы граждане России», которую ежегодно проводит Российский союз молодежи и движение первых. Настроение очень хорошее, волнительное. С появлением паспорта появляются и обязанности. Я вообще не ожидала такого момента, но я очень рада, что сюда попала. Получила паспорт. В День России для гостей на сцене выступали творческие и музыкальные коллективы. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.